новини Гродзенської області на телеканалі «Білорусь-4». У студії Маргарита Волікевич. Вітаю вас. Сьогодні у випуску. Каля всіх автомобільних пунктів пропуску на виїзд з Білорусі зібралися велізарні черги з транспорту. Чергового кур'єра наркомаркета, 18-годового жихара Астравця, затримали правоохоронники при Ньомані. Унікальну виставу ікон, відновлених мастаками-реставраторами, презентував Гродзенський музей історії релігії. «340 грузових автомобілів на латвійському напрямку, 1240 на польським і 1750 на литовським. Ситуацію на межі з Євросоюзом зараз без перевеличення можна назвати критичною. На виїзді з Білорусі назираються велізарні черги, які розтягнуті на кілька кілометрів коло всіх автомобільних пунктів пропуску. На одним з їх у привалках побувала здимочна група ТРК «Гродно». Скільки днів ви стояли? Скільки? Литвания big problem. А Беларусь? Беларусь no problem. Гэтага водителя нескладана зразумець без перакладчыка. Ён выказвае агульнае незадавальненне калег працай літоўскага боку. Прытым, што раніцай 6 снежня сітуацыя на пад'ездзе да пункта пропуску прывалка была не самай крытычнай, тут сабралася каля 190 фур, у той час як у Беняконях стаяла 800, ланцуг з грузавых аўтамабіляў расцягнуўся ўжо на 3 кіламетры. Каб прайсці дзяржаўную граніцу, яшчэ нядаўна, адзначаюць водзіцелі-міжнароднікі, неабходна было 2-3 дні. Зараз часу траціцца ў разы больш. За два дня, три дня, это три дня, считаю, я считаю, да, нормально, да, а что получается, седьмой суток, не очень приятно, ну, не знаю, почему так медленно идут. 8 дней стоим. А в чем причину видите? Мы поняли, что литовская не работает, плохо работает, а не знаем почему. Ну, это все зависит от того, как Литва принимает. Если бы они нормально принимали, то этих очередей бы не было. Это здесь еще и маленькая очередь. Взять каменный локоть, там вообще под 900 машин в очереди стоит. А сейчас буквально еще через неделю там будет больше 1000 стоять уже в очереди. 10-й день я здесь. Это ненормально. Но проблем нет сюда, в белорусской митнице. Проблем из Литвы. Так сказали коллеги. Павялічыўся час чакання ў тых, хто мае права на пазачарговы ўезд у пункт пропуску з прычыны таго, што яны вязуць пэўныя грузы. Хай менш, але гэтыя вадзіцелі, як і астатнія, таксама вымушаны прастойваць. Цэлую ноч пропуску – это так еще мало. Обычно там 2-3 часа. А если стаяць в калейке, 10 суток люди стаят. В чём праблему видите? В Литве. Не работает и всё. Можно сейчас в границе постоять 20 часов. 27 стоял часов. Просто заезжаешь и все. Пропуска стоят обычно сутки, бывает и больше, в зависимости от пропускной способности, как работает Литва, как они принимают. Но без пропуска я, ребята, вообще не знаю, как они работают. Ну а с литовской стороны тоже там очередь, чтобы добраться до накопителя, это трое суток без сна. Это надо ехать непрерывно, чтобы добраться до накопителя. И на данный момент там уже 63 часа ожидания только в накопителе. И неизвестно, когда кончится. У них там постоянно летят программы. Вот мы выезжали оттуда в 2 часа дня. Мы выехали в воскресенье с накопителя и проехали только границу, что в районе часа ночи. У адрозненні ад водителя грузовых автомобилей, у кіроўцы легковых, у пункт пропуску «Прывалка» сёння заезжали без проблем, але так бывает не заўсёды. Еще зусім недавно они так само стояли у великих чергах, каб трапить у Евросоюз. Две недели назад 27 часов, две границы. Сегодня будет быстрее, думаете? Сегодня, ну, потому что нет машин вроде бы, как бы. Сегодня будет быстрее, может, до 10 часов справимся. А так вообще 15-20 часов. Где возникают проблемы, прежде всего? Я думаю, что в литовце. Несяброўскія адносіны літоўцаў, расказваюць вадзіцелі мужчыны, адчуваем не толькі мы. Бываюць выпадкі, калі сумежнікі абыякава ставяцца нават да жанчыны дзяцей. Наблюдал, выезжая такую ситуацию, потому что женщина с двумя детьми, там, по-моему, лет 7, и года 4, наверное, ребенок был на велосипеде, она пыталась подойти к пограничникам литовским, чтобы ее пропустили. Но видно то, что с личными вещами наехала. Видимо, может, машину оставляла там на границе, сюда к родне ехала или что. И пограничники ее отставили, сказали, вот будет маршрутка, за маршруткой вы тогда проедете. Маршрутка ушла, она опять подошла, и пограничник пошел, взял машину,
транзитную, которую перегоняли сюда, а только потом ее оформлять начал. То есть женщина простояла на морозе часа три, наверное. У Держпогранкомітеті отмечають, черги из грузовых и легковых автомобилей на литовском, польском и латвийском направках у снежни повеличиваются заусёды. Але у апошний час яны штучно створены коллегами из Евросоюза. Не працуя у звычайным режиме и сумежны бок у пункте пропуску Прывалка, які после закрытия с польского боку пункта у Кузница и Бобровники застався одним на мяже с Евросоюзом у зоне отказности Гродинской пограничной группы. К сожалению, время ожидания пограничного оформления существенно увеличилось, и связано это прежде всего с тем, что наши литовские коллеги отказались официально выполнять достигнутые договоренности по пропуску транспорта и физических лиц через государственную границу. В пункте пропуска, к сожалению, нарушена ритмичность пограничного оформления в связи с невыполнением литовскими коллегами своих договоренностей. Так, вместо 12 грузовых транспортных средств в час оформляется всего 3-4, а в целом за сутки цифра не превышает 30% от контрольных цифр. Коли будет вырашена автомобильная проблема на мяже с Евросоюзом, не ведают ни белорусские пограничники, ни водители. Отказ может дать только сумежный бок, але там молчать и протягивают пропускать машину у вельми заповоленным темпе. А напереди ж каляды и Новый год. Сподеваться, что черги за автомобиля узникнут и хотя бы станут меньшими, худшей за все не треба. Надворот, побач с фурами может вырасти еще и ланцух с легковушек. Супрацовники наркоконтролю Гродзенщини затримали 18-годового жихара Страуца. Молодой человек каля месяца працевал курьером наркомаркета и распаўсюджваў психотропы на территории Гродзенской, Минской и Витебской областей. Сотрудники наркоконтроля Гродзенщини задержали в Витебске 18-летнего жителя Страуца. Перед задержанием он получил от своих кураторов задание разложить товар по тайникам в Витебске и Новополоцке. При нем обнаружено и изъято около 100 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. По статистике, средний трудовой стаж закладчика составляет 1 месяц. Данный случай тому подтверждение. Покуль за окнами назирается устойливый минус, специалисты Держэнергагазнагляду тримают под пильной увагой працу теплокраниц. Контроль ажыццяўляецца с мэтай папярэджання магчымых аварийных ситуаций, у яких могут травмироваться громадяне, ці наносятся значные материальные страты. Такие приклады в регионе отзначаліся. Температура и давление теплоносителя в отопительный период в действующих тепловых сетях напрямую зависит от температуры наружного воздуха. Соответственно, при резком похолодании эти показатели будут расти, вследствие чего возможны аварийные ситуации на тепловых сетях и теплоустановках потребителей тепловой энергии. Из последних крупных аварийных ситуаций, это в 2012 году по улице Татарская в 3 часа ночи произошел порыв теплосети, в результате чего подтопило несколько частных жилых домов. Было эвакуировано 11 человек, из них трое детей. В 2014 году по улице Горького во время гидравлических испытаний произошел порыв магистральной теплосети диаметром 500 мм, фонтан достигал высоты в несколько метров. Каб не трапить у списы потерпелых, специалисты Держэнергагазнагляду закликают. Коли вы выкрыли моцное парование от земли из подвальных помешканий у будинков, необходимо трыматься на небеспечной дистанции от таких мест. И главное, о проблеме необходимо поведомить у аварийной службы города по телефоне 115. У нагу з часам ідуть ветераны Гродзенской области. Яны – организаторы и удельники патриотичных мероприемств, сустрэч с молодью, проектов по увековечиванию памяти оборонцев, айчыны и ахвяр войны. Бегучий год особливо важен для всей Украины и организации у тым ліку. Напередодні самой масштабной за апошний час электоральной кампании ветераны активно включились у работу на всех ее этапах. Об задачах, которые ускладены на представников организации, эксклюзивно новинам на 4, рассказал Иван Тустов, старшиня областной организации Белорусского громадского объединения ветеранов. Очень важный такой вопрос о выборах.
депутатов всех уровней в единый день голосования. Вы знаете, что такая дата приближается, и наша ветеранская организация очень активно участвует во всех выборных мероприятиях. Тем более, есть у нас такая задача, как активное участие в мероприятиях, проводимыми органами государственной власти. А это задача общая и как органов государственной власти, так и общественных организаций. Хотел бы в этом плане подчеркнуть, коль коснулся этой темы, что наш удельный вес очень значим в выборной кампании. Если мы возьмем от общего числа членов ветеранской организации нашей области, то это 20,6%. А если мы возьмем от общего числа избирателей всех ветеранов, с которыми мы работаем, то это 34%. Как вы видите, это наш большой удельный вес нашей ветеранской организации. Поставлены задачи, разъяснены соответственно с календарным планом, как нам вести эту работу, как активизировать людей и, в общем, чтобы достойно решить нашу общую задачу во благо нашей страны, во благо нашего народа. Мы накануне провели определенную подготовительную работу, подобрали достойных людей и им предложили, они изъявили согласны активно участвовать в избирательной кампании, но есть такой порядок, что мы должны их выдвинуть. Вернее, мы не должны, мы будем их выдвигать. И они затем будут работать непосредственно в областной избирательной и окружных комиссиях. Что хотелось бы сказать по итогам. Да, год был он очень такой насыщен общественно-политическими мероприятиями. Наша областная организация принимала самое непосредственно активное участие. Это, соответственно, мы участвовали во всех мероприятиях праздничных, которые проходили на территории и города Гродно, и в целом Гродненщины. Особенно хочется отметить наше участие в организации проведения как чествования ветеранов Великой Отечественной войны в канун и в дни Великой Победы. Мы участвовали и в приемах, проводимыми органами исполнительной власти, посещали ветеранов на дому совместно с другими руководителями общественных организаций, поздравляли, вручали подарки, ну и оказывали всевозможную помощь, если бы какая была необходима. Скажу, что очень такое важное мероприятие мы провели сентябрь-октябрь месяц, это 13-я декада, золотой возраст, посвященный Дню пожилого человека. В эти дни мы максимально стремились привлечь наших ветеранов к участию в различного рода мероприятий. Это встреча с руководителями органами как областного уровня, городского, районного, так и руководители предприятий, организаций, учреждений встречались с теми ветеранами, которые работали соответственно. В это же время оказывали моральную поддержку, там, где это было необходимо и возможно, материальную. И самое главное, почему наши люди очень активно, ветераны, на эти встречи, мероприятия, экскурсии посещали, давалась возможность пообщаться с друг другом. А нашим ветеранам порой это так не хватает. Может быть, даже и какая-то материальная помощь не так важна, как вот это общение, как между собой и как с руководителями. Ну и, безусловно, наступил такой ответственный этап, как вот подготовка к этой уже задаче на следующий год выборной кампании. Какие мы ставим задачи? Ну, опять же, это участие в всех мероприятиях, проводимых органами государственной исполнительной власти, праздничных мероприятий. Тем более сейчас подготовка будет вот к 80-летию освобождения Республики Беларусь. Мы очень активно всегда и участвуем в подготовке, и когда проводится. Ну, я уже отмечал, еще раз отмечу, 25 февраля состоятся выборы депутатов всех уровней. Мы, во-первых, как избиратели участвуем. Уже сказал, что выдвигаем своих представителей, это на сегодняшнем уровне, в комиссии. Но пройдут такие же пленумы в городском районном, где будут выдвинуты представители в районные избирательные комиссии, а также участковые избирательные комиссии и наблюдатели. Ну и будем делать все так, чтобы наши ветераны накануне и в день выборов прошли на избирательные участки и отдали свои голоса за достойных кандидатов. В последующем планируем уже 14-ю декаду «Золотой возраст», посвященную Дню пожилых людей. И в этом же контексте или в рамках этой декады будет наше участие в фестивале творчества пожилых людей. Как раз это уже будет третий раз проводиться
я скажу, что и мероприятие декады, и фестиваль, оно проходит очень на высоком традиционно-методическом, таком художественном, творческом уровне. Уверен, что те задачи, которые стоят перед нами, мы их достойно выполним. Міністерство ахови здоров'я прогнозує рост грипу і ВРЄ у гетим епідсезоні у лютому-сакавіку. Тому закликають медики, ті, хто не поспів завітати у прищепочний кабінет поліклінік по місту жихарства у кастришнику-листопаді, іще поспіють гета зробити тягом снежня. Медики нагадують, що годові назірані посверджають ефективність вакцини профілактики грипу. Особливо, коли говорка про групи ризики. Гета діти во узрості от 6 місяців до 3 год, діти от 3 год і дорослые с хроничными хворобами и иммунодефицитным станом, громадяне старейшие за 65, тяжарные, представники певных профессий, у першую чергу медицинские и фармацевтичные работники. Вернутые до життя. По такой назве объединены экспонаты выставы, организованные у Гродинским державным музеем истории религии. Это образы с фонда установы, которые отримали новое життя. Дякуючи таленту и профессионализму мастака-реставратора Владимира Кислого. Ольга Борисевич поделится своими уражениями от наведывания экспозиции. Отчувание, что в выставочной зале ты не один, навод коли больше никого побач няма, приходит после нескольких кроков по экспозиции. И это не только тому, что забразов на тебе глядеть несколько десятков пар вачей. Важно, как проникненно они глядять. У некий момент сдается, что их позерк трапляет докладно у сердца и душу. Именовито у гэтым талент автора кожного твора и талент мастака-реставратора, який дал пошкодженным часам образам другое житё, захававши их энергетику. Человек повинен иметь вельми великий досвид працы с такими старожитными помниками. И он повинен вельми добра ведать, як писали образы, те живописна, значит, со холсте у конкретные периоды истории. Вельми добра ведать историю мастацтва. И коли имены авторов представленных образов неведомы, то кто их обновил, ведомо докладно. Мастак-реставратор Музея истории и религии Владимир Кислы. Яким чином он это робить, можно убачить на выставе на прикладе образа Христосу Сидержитель, який находится в процессе реставрации. У левой верхней части работы уже бачно, что вот уже нечто зроблено. Это прикладная 1/4 воля самого помнику. Тут бачно, что уже все очищено от бруду, выполнено подведение грунту, тонировка у местных стратов, и так само уже было все покрыто лаком. И остальные частки еще треба обновить, але уже зараз бачно и стилистика, бачно пронизливый позерк в постаси Христа. На выставе вернутых до життя старожитных образов с фондов музея каля 20 экспонатов, якія были реставрованы Владимиром Кислым на протягу апошніх 12 годов. Праца ж над экспозицией починалася с маления об чаши. Это классичный такие важный евангельский сюжет, и он так само сам образ незвычайный, Бог это подарунок, это ахвярование для церквы от местного жихара, селянина, хутчэй за ўсё, вось бачна, што Ісідара Матвеева Акулевіча з вёскі Сілевічы, і зроблена было гэта ахвяраванне ў 1882 годзе. Сваю цікавую гісторыю мае кожны экспанат. Правда, некаторыя іх старонкі ўсё яшчэ застаюцца тайнай для сучаснікаў. Напісанае пры розных абставінах у перыяд 17 па 20 стагоддзя ў Беларусі, Расіі ці Заходняй Еўропе, у фонды Гродзенскага музея гісторыі рэлігіі яны ў асноўным трапілі з розных храмаў нашай краіны. У экспазіцыі выдзелены тры тэматычныя блокі: адноўленыя абразы Ісуса Хрыста, Маці Божай і вобразы святых у розных хрысціянскіх традыцыях: праваслаўнай, каталіцкай і грэка-каталіцкай. Сярод апошніх значна место займае живописный портрет Джона Хьютона. Это образ 17-го стагоддзя, на котором написана выява святого Джона Хьютона, святого
англійская, 16 стагоддзя, вельмі такой цікавай постаці. Быў адрэстаўраваны ў 2011 годзе нашым мастаком-рэстаўратарам Владзімірам Нікадзімовічам Кіслым. І на форуме музея Беларусі ў 2012 годзе мы перамаглі, мы як музей, перамаглі ў намінацыі «Лепшая рэстаўрацыя». Лепшай працай рэстаўратара можна назваць кожны абраз, над якім працаваў Владзімір Кіслы. Гледзячы на яго работы, наведвальнікі не ўяўляюць, наколькі пашкоджанымі трапілі да майстра помнікі іканапісу і рэлігійнага жывапісу. Прафесіяналізм жа навідавоку, калі разгарнуць буклеты, падрыхтаваныя спецыяльна для выставы, з якімі могуць азнаёміцца наведвальнікі. Стан многіх абразоў быў вельмі незадавальняючы. І менавіта тут можна сапраўды параўнаць гэтую працу рэстаўратара, ягонае майстэрства, ягоныя як бы нават эмацыйныя нават сілы ў вялікай ступені, які ён прыклаў для аднаўлення вогуля гэтых помнікаў. І вось кожны наведвальнік у нас можа іх узяць, пагартаць, пахадзіць, паглядзець ужо адноўленыя працы і паглядзець, як яны выглядалі аднаўлення. Выстава «Вернутая да жыцця» будзе карысна ўсім, але ў першую чаргу тым, хто адчувае патрэбу ў духоўнай падтрымцы. Ужо некалькі хвілін сярод абразоў напоўняць чалавека святлом, прымусяць задумацца над сэнсам жыцця і пераацаніць каштоўнасці. І ў гэтай незвычайнай сіле талент аўтара і прафесіяналізм рэстаўратара, а яшчэ малітва. Да кожнага абраза за стагоддзі іх было вымаўлена шмат. Сто 110 дзюдаістаў з розных раёнаў вобласці спаборнічаюць у спартакіядзе дзіцяча-юнацкіх спартыўных школ сярод юнакоў дзяўчат 2010-11 гадоў нараджэння. Гэта адбор для ўдзелу ў рэспубліканскім турніры ў стайках. Таццяна Грышук раскажа. Дзюдаісты Прынёмання традыцыйна ў ліку прызёраў і пераможцаў рэспубліканскіх спаборніцтваў. Па словах спецыялістаў, іх выступленні заўсёды праходзяць на вельмі высокім узроўні. Так, на мінулым чэмпіянаце Рэспублікі Беларусь жаночая каманда заняла другое месца. Прадстаўніцы нашага рэгіёну таксама вызначыліся і на спартакіядзе сярод вучылішчаў алімпійскага рэзерву, заваяваўшы срэбра. Як прагучала, цяперашні турнір – магчымасць не толькі адабраць кандыдатаў для будучых выступленняў, але і для залічэння ў профільныя навучальныя установы. Неплохо выступают девочки в весе, например, 57 2011 года. Любовь Романовская, она у нас сейчас была на турнире в Бресте. Выступила очень хорошо, достойно, заняла третье место. Есть у нас такие лидеры, которые уже достаточно давно и неплохо борются, уже боролись на республиканской спартакиаде школьников. Это Валерия Жуковская. Вот. Поэтому будем надеяться, даже Кира Куль, Софиан Амаль у нас есть такая, 36 килограмм. У праграме спаборніцтва выступленні дзяўчат у 8 вагавых катэгорыях, юнакоў у 9. Сярод патэнцыяльных прэтэндэнтаў на перамогу ў вазе да 42 кілаграмаў – гродзянец Даніил Дамянюк. На леташнім прадстаўнічым кубку Юртава, які сабраў дзюдаістаў з Расіі і Беларусі, выхаванец трэнера Юрыя Лавекіна у сваёй катэгорыі стаў лепшым. На яго рахунку і іншыя заўважныя дасягненні. Да сённяшняй канкурэнтнай барацьбы малады спартсмен падыходзіць у поўнай гатоўнасці і з жаданнем выканаць усе пастаўленыя перад ім задачы. Хочу выиграць первенство республікі. Это моя задача. И в дальнейшем выиграть много соревнований. Борюсь самим собой, наверное, перебороть самого себя надо. И тогда все получится. Надо подготовить физически, а так, наверное, лучшее качество – это техника и скорость. Трэніровачны і спаборніцкі вопыт дазваляюць узняць узровень майстэрства маладога пакалення дзюдаістаў, папаўняць медальную скарбонку на розных стартах. Юная змена, маючы правільны арыенцір, практыкуецца ў дасягненні такіх мэтаў. Імёны тых, хто будзе абараняць гонар рэгіёна на рэспубліцы, стануць вядомы пасля завершэння абласной спартакіяды. Фінальныя старты запланаваны на студзень. Пляцоўкай правядзення турніру стане алімпійскі спартыўны комплекс «Стайкі». На гэтым выпуск завершаны. Я развітваюся з вамі. Усяго добрага.
чацвер, 7 снежня, у Гродні чакаецца пахмурнае надвор'е, невялікі снег. Раніцай слупок тэрмометра пакажа каля 3 градусаў марозу, днём да мінус 4, а вечарам да мінус 6 градусаў. Вецер усходні 3-5 метраў за секунду. Атмасферны ціск 758 міліметраў ртутнага слупка. Вільготнасць паветра каля 87% раніцай, 79% днём і вечарам. З улікам усіх метэралагічных дадзеных, адчуваемая тэмпература паветра на працягу дня будзе вагацца ад 10 да 8 градусаў марозу. У раённых цэнтрах 7 снежня надвор'е будзе наступным. У Вялікай Бераставіцы каля 3 градусаў марозу раніцай, да мінус 4 днём і да мінус 6 вечарам. Пахмурна, невялікі снег, вецер усходні, яго хуткасць 3-5 метраў за секунду. У Свіслачы прагназуецца каля 3 градусаў марозу раніцай, да мінус 4 днём і да 7 з мінусам вечарам. Пахмурна, невялікі снег, вецер усходні 3-5 метраў за секунду. У Ваўкавыску і Мастах сіноптыкі абяцаюць каля 4 градусаў марозу раніцай днём і да мінус 7 вечарам. Пахмурна, невялікі снег, вецер усходні 3-5 метраў за секунду. У Зэльве і Шчучыне каля 4 градусаў марозу будзе раніцай, да мінус 5 днём і да мінус 7 вечарам. Пахмурна, невялікі снег, вецер усходні 3-5 метраў за секунду. У Слонімі будзе каля 5 градусаў марозу раніцай і днём і да мінус 7 вечарам. Пахмурна, невялікі снег, вецер усходні, хуткасць 3-5 метраў за секунду. У Лідзе і Воранаве тэрмометры пакажуць каля 5 градусаў марозу раніцай, да мінус 6 днём і да мінус 7 вечарам. Пахмурна, без ападкаў. Вецер усходні 3-5 метраў за секунду. У Іўі і Дзятлаве каля 5 градусаў марозу будзе раніцай, да мінус 6 днём і да мінус 8 вечарам. Пахмурна, без ападкаў. Вецер усходні 3-5 метраў за секунду. У Астраўцы і Ашмянах сіноптыкі прагназуюць каля 6 градусаў марозу раніцай, да мінус 7 днём і да мінус 8 вечарам. Пахмурна, без ападкаў. Вецер усходні 3-5 метраў за секунду. У Смаргоні, Карэйчах і Навагрудку каля 6 градусаў марозу раніцай, да мінус 7 днём і да мінус 9 вечарам. Пахмурна, без ападкаў. Вецер усходні 3-5 метраў за секунду. Геамагнітная сітуацыя ў чацвер 7 снежня будзе даволі спрыяльнай. Сонечная актыўнасць не перавысіць узроўню невялікіх геамагнітных хваляванняў. Узыход сонца ў 9 гадзін 26 хвілін. Захад у 17.05. Светлавы дзень у параўнанні з серадой паменшыцца на 2 хвіліны і складзе 7 гадзін 39 хвілін. Па месяцовым календары стары месяц, а дакладней 7 снежня у 1 гадзіну 39 хвілін пачынаецца 24 дзень месяцовага цыклу. Чацвер будзе нейтральным і адносна пасіўным. Лепш не пачынаць нічога новага, а працягваць ужо распачатыя справы. Верагоднасць канфліктных сітуацый даволі высокая, таму эмоцыі лепш трымаць пры сабе. Дзень спрыяльны для фізічных нагрузак і падтрымання здаровага ладу жыцця. Няблага будзе падвесці вынікі мінулых працоўных дзён і прадумаць планы на наступны тыдзень. Лепш вызваліцца ад лішніх спраў, не рабіць усю работу адразу, а паспрабаваць размеркаваць яе прапарцыянальна. У чацвер 7 снежня па народным календары клімент. Раніцай гэтага дня прыслухоўваліся да крыку пеўня. Калі певень крычаў позна, то ў бліжэйшыя дні чакалі пахаладанне, а калі рана, то меркавалі, што будзе адліга.
па православным календары 7 снежня імяніны у Клімента і Пятра. У каталікоў дзень анёла адзначаць Эдзіта, Марыя, Макар і Мар'ян. We'll be right back.